1 февраля в Мордовии отмечается День лифтовика. Так неофициально называется праздник, когда можно и нужно поздравлять всех людей, занимающихся ремонтом и обслуживанием этих, безусловно, необходимых в нашей жизни механизмов. Сейчас лифт стал местом бесконечных розыгрышей, флешмобов и прочих развлечений. Например, в США полицейский служебный лифт использовали для танцев. Так что ничему не удивляйтесь, когда зайдете в лифт. Там можно встретить кого угодно, включая героев из сериала «Звездные войны». Хотя ехать в одной кабине с Дартом Вейдером может оказаться немного жутковато. Кто его знает, что взбредет в голову представителю темной стороны. Но не стоит думать, что это только за границей любят веселиться в лифтах. В Советском Союзе этому тоже уделяли внимание. Вот, например, фрагмент советско-венгерской концертно-развлекательной программы «Попола». Сами видите, еще в 1967 году людям нравилось танцевать в лифтах. А в Ирландии 1 февраля отмечают День Бригитты. Эта святая призвана защищать дом и скот. Праздник ассоциируют с молоком и коровами. А вообще-то суперкоровы могут все. Просто они это скрывают от людей. По крайней мере, в этом точно убеждены создатели следующего ролика. А в Таиланде 1 февраля проводится фестиваль цветов. Миллионы растений и мельчайшие оттенки всего спектра. Красочные шоу и инсталляции. А туристы из России, как вы думаете, что увидели там в первую очередь? Они делают глазки. Вон герань там всякая. Ну-ка, пойдем. Люди с удовольствием фоткаются. Ну, это красотень просто. На этом все. И постарайтесь на фестивале цветов не искать в первую очередь герань.